Я хотіла б тихом Вифлееме в эту ночь тревожную не спать, чтоб могла отвергнутую всеми приютить святую Деву Мать. Я хотела б вместе с пастухами сторожить на пастбищах стада и идти в далекий путь с волхвами, где сияла вещая звезда, где сияла вещая звезда. Жить в то время с пастухами вместе и идти с волхвами заодно. Я не удостоена той чести, мне совсем другое суждено. На житейской пагубной дороге спас меня Христос уж в этот век, и теперь я радуюсь о Боге, и теперь я Божий человек, и теперь я Божий человек.